Добрий вечір, вітаю в ефірі студія «Репортер». Я Віталій Хемій, як завжди, все час говоримо про актуальні події. Минулими вихідними Одещину нарешті відвідав президент України Володимир Зеленський, яким був цей робочий візит до нашого регіону. Сьогодні ми говоримо про це з депутатом міської ради, головою фракції Української морської партії Сергія Ківалова, пані Світланою Солонко. Добрий вечір, пані Світлана. Добрий вечір. Такий був насичений такий був візит, дещо закрите, як завжди, як вже все, що асоціюється з паном Зеленським, це таке закрите. На жаль, не так, як це було в кіно. Якщо можемо охарактеризувати, ось яке враження залишилось у вас, пані Світлана, від цього візиту? К сожалению, моє личне відчуття від візиту президента, що це був просто очередной стандартный визит, работа ради работы. Потому что лично я не увидела каких-то решенных задач, поставленных целей. То есть стандартно на протяжении всей независимости Украины периодически к нам приезжают президенты, им дают одну или две локации, открывают что-то, стадион, школа — это излюбленная тема всех президентов. Пару рабочих совещаний, пресс-конференция. Собственно говоря, у меня личное ощущение, что данный визит от предыдущих визитов президентов нашей страны ничем не отличался. К сожалению. Потому что достаточно много вопросов, недостаточно много, их очень много вопросов, на которые хотелось бы слышать от президента конкретные решения, конкретные действия. Цікаво було, що президент ось поїхав до міста Южне, відкривав локацію, яка була ще будувалася при іншій владі, при минулому президентові. А вже сьогодні пан Зеленський так пафосно говорить про велике будівництво. Я пригадую колишнього президента Петра Порошенка, коли він четвертий-п'ятий рік своєї каденції, він говорив про експерименти президентські, митний експеримент. Але це був четвертий-п'ятий рік, і я розумів, що президент Порошенко готується до виборів. А тут ми бачимо, що вже рік пройшов, а президент Зеленський щось собі малює, велике будівництво, програма президента. Це як, я пригадую там казку Шарля Перо про Це маркіза Карабаса. Тобто ми бачимо, що якась підміна понять, де замість роботи. На самом деле, парадокс ситуації заключається в тому, що давайте так. Вот если мы говорим о каком-то масштабном строительстве или проекте там независимой Украины, первое, что мне там приходит на ум, лично мне, это трасса Одесса-Киев. И вдумайтесь, пожалуйста, что трассу Одесса-Киев строили фактически 20 лет. И фактически сегодня очередной президент говорит о том, что мы в течение года доведем до ума трассу Одесса-Киев. Ну, простите, пожалуйста, это действительно смешно, потому что когда, если вот в сравнении, что город Дубай в Объединенных Арабских Эмиратах, которые, аналогов которых фактически нет, новые, современные, построили за те же 20 лет просто в пустыне. А наше правительство, наше государство построило за 20 лет одну трассу, которую чинят просто каждый год, после каждой зимы, после каждого дождя. Поэтому сегодня, к сожалению, нам в очередной раз не приходится говорить о каких-то масштабах, о каких-то масштабных проектах. Ну, давайте вот я еще раз. То есть, если мы говорим о государстве, я еще раз говорю, там, государство Объединенные Арабские Эмираты за 20 лет построило государство, государство в государстве, город Дубай. И наша страна трассу Одесса-Киев. Если провести аналогию наших президентов, наших мэров, мы тоже можем сказать, вот я часто дискутирую, там мне задают какие-то вопросы, колкости в отношении лидера нашей партии Кивалова. Я говорю о том, что подождите, у нас ни один президент страны не построил такой инфраструктурный объект, а даже не один, а комплекс инфраструктурных объектов, который построил Сергей Кивалов. Поэтому, все, собственно говоря, абсолютно очевидно. Давайте по деталях пройдемось. По-перше, що мене не те, що вразило, я так сподівався, що так буде. Були акції протести, там відомої там політичної сили, не будемо зараз її називати, але президент на ці акції не звернув уваги.
Тобто були протести, можна було поспілкуватися там, з людьми, є охорона, є там захисники. Чому б не поспілкуватися з живими людьми, навіть якщо вони представляють одну з опозиційних партій до президента? Я можу сказати одне. Будучи там, депутатом якийсь період, я чітко розумію, лично я, що бувають дуже складні колективи і аудиторії. Откровенно говоря, ты понимаешь, что сделать все, все, что хотят люди, и даже больше не получается. По объективным причинам это сделать невозможно. А зачастую люди хотят, чтобы ты сделал то, что даже не входит в твои полномочия. Ну, многим кажется, что если ты депутат, то ты всесильный. К сожалению, это не так. И ты понимаешь, вот я говорю по себе, когда ты входишь в тяжелую аудиторию, у тебя есть все шансы выйти из этой аудитории как минимум, да, как минимум партнерами с этими людьми, как максимум союзниками. Поэтому политик уровня президента, если мы говорим, что эти акции оплачены, да, соответственно, политик уровня президента в состоянии убедить людей, с которыми он там дискутирует, либо с которыми говорит, в своей правоте, если они проплачут. Если люди убежденные в той или иной позиции, либо там критикуют президента, тем более есть возможность поговорить и абсолютно человеческим языком сказать о том, что ну, вступить как минимум в диалог. Самая большая проблема всех наших политиков, как только они приходят к власти, да, то есть все демонстрируют открытость, толерантность, а как только приходят к власти, сразу потихонечку выстраиваются коридоры, заборы, ограждения, и политики начинают дистанцироваться от людей. И это тогда происходит начало конца. Ще один пункт програми був – закрита програма. Журналістів не допустили на катер до міністра президента. Він поїхав на місце корабля в ситуації з танкером «Делфі». Я навіть не знаю, як це вже називати. Вже більше півроку це судно лежить в акваторії нашого узбережжя. Мені здалося, що президент навіть не знав, що вона з листопада місяця. Він ставив такі питання, дивні, як на мене. А звідки, а що це? Тобто президент зацікавився проблемою Делфі, коли вже половина літа майже промайнула. На самом деле, этот диалог, который снимали и выложили в интернете, наверное, видели все, либо большинство одесситов, потому что, к моему глубокому сожалению, действительно президент показал незнание, свое незнание в данном вопросе. И, ну, давайте так, чего ждала лично я? Я ждала громких увольнений и просто разноса ситуации, потому что говорить о том, что какая нужна помощь от государства, ну, это тот вопрос, который нужно ставить на третий день, на четвертый день. Ну, или как минимум в первый месяц, когда ситуация произошла. Когда середина курортного сезона, когда в Одессе, слава богу, очень много туристов, много одесситов на пляжах города, когда мы через день видим сводки о том, что разливаются нефтепродукты, что экологическая ситуация ухудшается, я считаю, нахождение танкера в нашей акватории, на нашем берегу, можно сказать, преступлением. И президент должен был своим визитом выгнать министра, если говорят о том, что да, там какая-то там компетенция прокуратуры, что это собственник, не собственник и тому подобное. Прокурора, значит, выгнать. Задать вопрос, почему не поставили задачу перед судовладельцем раньше, почему не было решения суда, почему. А сегодня говорить о том, что какая нужна помощь государства, сегодня нужно уже делать организационные выводы, извините, пожалуйста, а не мямлить, а давайте мы разрежем, а давайте мы не разрежем и тому подобное. Очень жалко, но данная ситуация, и на самом деле президент это сам понимая, когда он понял и осознал ситуацию, он говорит, подождите, ну власть выглядит, да, как ни на что не способная, ни на что не годна, и давайте будем реалистами, это так и есть. Мы сегодня четко декларируем неспособность власти решать
да, что там глобальная проблема, да, ситуация нестандартная, да, наверняка не каждый день у нас происходит там, корабли не терпят крушения, но тем не менее, мне кажется, что за полгода эту ситуацию было необходимо решить, было возможно решить, и чтобы Одесса вступила в туристический сезон без, да, этого новой локации для селфи и фотографий, потому что ну, над нами смеется, откровенно говоря, все цивилизованные страны. А если наши государства не справляются с этим, вот всем миром, не искать крайних, президент, министр, собственник, спонсоры, инвесторы, кто хочет пропиариться над этим, значит, нужно было обратиться к иностранным государствам и сказать честно, мы не способны, помогите нам, пожалуйста. Но допускать ситуацию, когда ржавое корыто валяется на берегу нашего побережья в разгар курортного сезона, ну, это просто преступ. Ну, на счастье, есть организации, в том числе и политические партии, которые допомагають активно в евакуації судна, наскільки я знаю, і Українська морська партія теж, ну, морська партія, було б дивно, якщо б інакше, залишилась осторонь цієї проблеми. На самом деле, ну, безусловно, так як у нас є морське училище, безусловно, ну, ми не можемо остатися в стороні. Говорить повномасштабно, да, що там, ми зараз візьмемо і піднімемо, ну, це вопрос государственного значення. Ну, то, що, понятне діло, ми не могли оставатися в стороні, коли просто видели импотенцию всех вокруг. И когда наше морское училище, когда наши студенты, когда наши практиканты на самом деле вносят посильный вклад, и уже не первый месяц, и не кричат об этом из каждого, многие политические силы, сколько я видела, раз в неделю делают селфи и фотографируются на фоне этого танкера, только, к сожалению, ничего не меняется. Мы також пригадуємо і другий день пана президента. Він привітав зі святом наших військових моряків. Це все справедливо, законно, правильно. Але я все ж таки в цьому дводенному візиті чекав на якісь там ну, політичні рішення. Так, можливо, на там не про відставку там, керівників там, області. У нас все ж таки вибори. І мені цікаво, припустимо, було дізнатися, хто піде від партії влади, там, в депутати, в мери. А залишається кілька там місяців, не так багато вже. Сьогодні липень, а вже там завтра жовтень. І нічого не ясно. Ми бачили, як там керівництво партії там влади їздило там в Миколаїв, Херсон, там були скандали, але все ж таки були якісь ім'я та прізвища. А у нас там туман лише якийсь. На самом деле, я вам хочу так сказать, очень многие политические, да, там, гастролеры и конъюнктурщики, конечно, не буду называть фамилию, но о многих так из своих коллег можно сказать, безусловно, как только началась эта эйфория, они... Зеленая эйфория, давайте. Зеленая эйфория, да, они, безусловно, тоже начали стартовать в эту партию, искать входы, выходы и тому подобное. И сегодня я хочу сказать, как и разочарование общества, так и разочарование очень многих там, политиков, либо общественных деятелей, которые ну, понимают, что еще вчера они как-то на какой-то волне славы, популярности, там, всеобщего психоза еще как-то да, заходили во власть, снова и снова перекрашиваясь, то сегодня уже да, на протяжении года уже достаточно сложно отвечать на вопросы людей, которые люди задают, начиная там, от продажи земли, заканчивая ситуацией, там, реформами, их отсутствиями и тому подобное, отсутствием посадок. Давайте так, вспомним, что сказал президент Зеленский на дебатах. Он сказал, я не ваш оппонент, я ваш приговор. Именно это сказал Владимир Зеленский, можно так сказать, за 5 минут до своей победы, как стал президентом. И многие ждали этого приговора. Но реальность, она оказалась другой. Мы видим, что Европейская солидарность, партия Петра Порошенко, в унисон голосует с партией «Слуга народа» очень многие противоречивые проекты. Мы видим, что да, посадки да, или какие-то там политические решения,
решение, либо решение суда в отношении Петра Алексеевича, это просто замыливание глаз, да, это просто вот такое отрежиссированное, театрализованное шоу, на котором, мне кажется, что партия «Европейская солидарность» еще очки себе набирает, потому что, да, ну, как бы те решения, которые формулирует прокуратура, ну, это просто смешно, да, кого-то там не так назначили, не туда назначили, несмотря на, как бы, тот спектр, да, всего, что происходило за 5 лет президента Петра Алексеевича. Ну, действительно, то, что сейчас происходит, ну, это политический фарс. По-другому это назвать нельзя. А что касается президента, его там речи в отношении ребят, которые военных моряков, знаете, я хочу сказать, что когда флот перебазировался в Одессу, это был год, когда я была председателем Приморской администрации. И военный флот, он место дислокации, это Приморский район, город Одесса. И я помню вот только приехавших молодых ребят, которые не предали родину, которые верили в свою страну, которые, да, пошли за командованием. Главный вопрос у них был, это вопрос жилья. Ну, да, это элементарный вопрос, то есть если они со своими семьями уезжают и бросают все в Крыму, а им нужно просто где-то жить, элементарные бытовые вопросы. И когда я понимаю, что по прошествию там, сколько, 5 лет, фактически 5 лет, 4, эти бытовые вопросы не решены, говорить ребятам, ну, вы молодцы, вы держитесь, мы с вами, ну, как по мне, достаточно цинично, потому что это действительно, ну, военные моряки, это герои, которые не предали родину, которые доказали, которые служат, проходят службу, как бы, в нашей армии, в нашем флоте, именно уже переехав в нашу родную Одессу. Поэтому, пользуясь случаем, я хочу поздравить всех причастных с этим праздником, потому что, ну, это действительно праздник, потому что одесские семьи тем или иным образом в любом случае связаны с морем. Если не там папа, мама, то бабушка, дедушка, либо там дядя, тетя, в любом случае связаны, пускай не с военно-морским флотом, но тем или иным образом с морем связанным. Поэтому Одесса — это морской город. Одесситы, я безусловно убеждена, что радушно приняли, я помню, да, встречу с командованием, я помню этих действительно, ну, очень крутых ребят. И мне сегодня очень обидно, что государство по прошествии стольких лет по достоинству не оценило их подвиг. Дякую, пані Світлано. Ось таким видався візит пана президента після такої довгої паузи, коли ще нам чекати президента, час покажуть. Але будемо спостерігати обов'язково всі актуальні новини, всі актуальні роздуми на телеканалі «Репортер». Дякую, пані Світлано. Залишайтесь на телеканалі «Репортер». З вами Віталій Тхемій. До наступних зустрічей в ефірі.